Я учусь со второй смены, и вечером, как обычно, мама забрала меня со школы, и мы поехали домой. Так, нужно срочно садиться за уроки. Нужно столько выучить на завтра. Эх, не до тебя сейчас, родная. Вилана, а ты почему не идешь кушать? Я тебя жду. Мам, спасибо, я не голодна. И к тому же у меня очень много уроков. А что это у тебя? Ах да, я в комнату купила тебе, смотри, новогодние подушечки для декора к новогоднему видео. А, мама, не напоминай. Я же еще хотела снять стоп-моушен новогодний. Времени совсем нет. У меня в школе эта неделя зачетная, просто завал какой-то. Да и совсем нет ни идей, ни вдохновения. Вилаш, знаешь, мне кажется, ты чего-то боишься. И этот страх тебе очень мешает. Ты тратишь больше энергии на этот страх, и от этого устаешь еще больше, и ничего не успеваешь. Мне кажется, тебе нужно отдохнуть, отвлечься на что-то, то, что приносит тебе удовольствие. Послушай свое сердце, оно тебе подскажет. Я верю в тебя. Расслабиться, значит. Послушать свое сердце. Молчит оно что-то. Говорят, глаза – это зеркало души. Пойду-ка гляну свою душу. Ну, может, ты мне хоть что-нибудь скажешь? Тебе поможет музыка и родная кровь. Что это было? Музыка? Родная кровь? Что за бред? Вены, что ли, под музыку вскрыть? Вилан, привет! Поиграй со мной! Привет, зайка! Извини, сейчас не могу. Но ты же сейчас ничего не делаешь. Я ищу вдохновение. Ого! А кто это? Давай вместе его искать. Какая ты у меня смешная. Понимаешь, мне нужно сейчас еще поучить уроки, а потом начинать снимать стоп-моушен. Но что-то не могу себя заставить. Мне кажется, я знаю, как тебе помочь. Давай вместе будем снимать. Я тебе помогу. Спасибо тебе, моя зайка. Буду очень рада. Ну, кого ты выбираешь? Давай вон ту с хвостиками. Сейчас возьму. Держи. И вон ту мою любимую с котиком. Так, думаю, снимать будем в этой комнате. С чего бы начать? Хорошо. Двигай давай еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть вперед. Отлично, молодец. Привет, девочки, чем заняты? Давай отмонтируем отснятый стоп-моушен. Как раз заканчиваем. О, когда ты успела? А мне Лоника помогла. Хочешь посмотреть? Конечно, с удовольствием. Всем привет, вы на канале Вилана Тойс. Сегодня мы хотим поздравить наших дорогих подписчиков с новым 2017 годом. Хотим вам в новом году пожелать счастья, успехов, любви и огромного везения.
Пусть ваши родные и близкие будут здоровы и всегда будут рядом с вами. А еще хотим пожелать вам самых верных друзей. Спасибо вам за то, что весь 2016 год были с нами, поддерживали своими лайками, добрыми комментариями. Мы это очень ценим и чувствуем вашу поддержку. С Новым годом! Ну как, мам? Здорово, какие вы у меня умнички! Это все благодаря Ланике, без нее я бы не справилась. Дорогие друзья, лично от себя хочу сказать, никогда не бойтесь никаких трудностей. Нет таких ситуаций, с которыми бы мы не смогли справиться. Слушайте своих мам, пап, бабушек или дедушек, они никогда не посоветуют ничего плохого. Это самые родные люди. Уделяйте внимание своим братьям и сестрам, вы им очень нужны, и иногда именно они могут вам помочь даже больше, чем вам казалось. А еще я хочу пожелать вам научиться слушать свое сердце. Теперь я понимаю, что хотела сказать мне зеркало. Как бы вы ни были заняты, находите время для своих родных и для любимого творчества. И тогда у вас все получится. С Новым годом, друзья! С новым счастьем! Пока-пока!